Добрый вечер, Марина. Если честно, это мое самое любимое имя, потому что именно так зовут мою маму. Ой, вы прекрасное имя выбрали для своей мамы. Спасибо. Мне очень приятно. Когда я готовился к интервью, я несколько раз перечитал вашу биографию, просмотрел много роликов про вас, заглянул в комментарии и увидел, что вы всем нравитесь, нет ни одного отрицательного комментария. Я все стираю, да. Серьезно? Цитирую. «Марина, обожаю тебя, талантище, просто красавица, успехов тебе». Лично я полностью согласен с этим комментарием. Но вот у меня созрел вопрос. Как вам удается быть такой положительной и всегда позитивной девушкой? Не знаю. Ну, это реакция людей, конкретного человека. На самом деле, нехорошие отзывы тоже бывают. Не знаю. Ну, я рада просто, что людям нравится то, что я делаю. Значит, это... как-то естественно выглядит, и людям приятно это смотреть, и людям хочется получать те эмоции, которые я им дарю. Вот. Это вот безвозмездный вклад мой в эмоциональный их мир. Кто из окружающих вас людей, комиков, юмористов, может вас быстрее всего развеселить, рассмешить? Ваш однофамилец Саша Рева. Он очень смешной. А у него свое чувство юмора, своя энергетика, подача. И он при этом очень умеет смеяться над собой, при этом находясь в образе Артура Пирожкова зачастую. Гарик Харламов, Смирнов, Лешка, трио из Питера, Илья Соболев, Демис, потрясающий. Кто из вас раньше начал петь в Comedy Club, вы или Семен Слепаков? Семен немножко старше, в Comedy Club... Кстати, петь, наверное, начала раньше я. По-моему, он не сразу же вышел на сцену. У меня был хоп-мусорок, а до хоп-мусорка, вот я не могу вспомнить, что у Семен появлялся на сцене с гитарой. Может, я что-то путаю, но мне кажется, что тогда я. Ты мой самый любимый мужчина на свете, но я осмелюсь нарушить стройность твоих идей. Кто, по вашему мнению, поет лучше? Конечно, Семен. Шучу я. Марина, расскажите о самом нелепом, выдуманном слухе, который вы слышали про себя. Про себя? Да. На одном из сайтов написано, что у меня родители простые, как же, работники завода. Какая-то такая история. На самом деле это не совсем так. У меня мама с папой высшее образование получили. Они познакомились, да, еще в вузе, насколько я помню. Они инженеры, но они не работали на заводе как таковом. Вот. И что я из Якутии, это тоже неправда. Что я казашка, это тоже неправда. Вот. Но это из того, что я вот вспомнила. Но там было несколько глупостей прям таких знатных. Просто сейчас... Не могу вам сказать сразу все. Ну и напоследок небольшой блиц из вопросов. Вы поете в душе? Да, редко очень. Пьете кофе, который рекламируете? Да, и раньше пила, и сейчас иногда. Но у меня есть машина кофейная как раз этой фирмы, и я не всегда пью растворимый, я сейчас пью капсульный периодически. Ну, одну кружку в день, да, пью. Опишите три ваших достижения. Я выросла, я из Петербурга, я люблю чипсы. Это одно достижение. Ну, сложно, ну, Тэффи, давайте скажем про награду Тэффи. Работа в коллективе, который я очень люблю, это Comedy Club, работа на Comedy Radio. Муж, безусловно, но тут как бы и я его достижение, и он мое. Ну, как-то так. Ну и последний вопрос. Что больше всего вы любите в себе? В себе? Помаду. Угу. Ну, люблю, когда помада красивая на мне. Вот это я очень люблю. Спасибо вам, Марина, за это интервью. У меня сегодня день рождения. Да ладно, серьезно ли вы это говорите каждому гостю? Нет, это правда. 29-10. И для меня лучший подарок был вот интервью.